Ашхабада, с Туркмении. Я после школы на электротехническом заводе отслужил, потом экскаваторщиком работал. Потом учиться же надо, в медицину решил. Распределение, в принципе, было, но у меня с первой женой, она с Константиновки, ну и нас сюда. В 2000 году решил свое дело открыть. Небольшую клинику, кабинетик рядом был. Вот открыли на одно кресло. Ну, проработали уже порядка 15 лет. Надо расширяться. В 2016 году пристроили, расширились уже на два кресла. Практически хирургия, терапия, ну, мы закольцевали. Кроме детской стоматологии, так практически можем все. Врачей очень мало. Это проблема. А так у нас медсестры, санитарочки работают, ну и я как врач. Все, один, да, потому что врачей раньше было, когда начинали, еще зубные врачи у меня были, работали, ну потом они разъехались, вот. А так практически врачей нету в клинике. Это проблема. А клиенты есть? Клиенты есть. Ну, у нас запись на 2-3 дня. И на неделю есть. Постоянно уже сложилось? Постоянные, конечно, это те, которые даже еще, скажем, в конце 80-х, 90-х годов со стоматологии, где государственный работал, еще те идут. И уже дети идут, и внуки. Но сейчас дочка готовится, заканчивает 11 класс, на следующий год поступает на стоматологический факультет. То есть будет продолжать. Желание есть. Есть и рентген, есть и радиовизиограф, и лечим зубы, восстанавливаем их. Ну, по возможности, кто протезируется, оказываем хирургическую помощь, то есть удаление зубов.